Пробуди из Кыргызстана, Дух Божий, с тобой. Доброе утро всем, кто с нами сейчас. Пусть Бог благословит вас, всю вашу семью обильно. Сегодня четверг, 17 марта. Как время идет быстро, да? 17 марта. Давайте мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Каждый день мы молимся, просим у Бога направления, силу. Мы верим в силу молитвы. И верим, что когда мы молимся, Бог нас слышит. Тогда давайте помолимся вместе, обратимся к Богу и попросим у Него направления. Давайте. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в молитве сейчас и отдаем, Господь, Тебе сегодняшний день. Каждый день мы молимся, потому что мы признаем, что без Твоей помощи мы ничего не можем делать. И поэтому просим, молимся, смиряемся перед Тобой, как в прошлом. Люди, герои веры, простые люди, цари, написано в Библии, что Давид, прежде чем сходить на войну, он просил тебя направления. И так же мы смиряемся перед тобою, потому что мы понимаем, что без твоего направления мы страдаем, мы принимаем неправильные решения. Поэтому просим, направь нас, все наши шаги, все, что нам нужно делать сегодня, Господь, Ты уже знаешь. Все вопросы, все проблемы, которые нам нужно решить, все, что нам нужно сделать, мой Господь, мы отдаем в Твои святые руки. Просим, чтобы Ты помог нам, чтобы Ты показал нам, как мы можем поступать, что мы можем делать для того, чтобы преодолеть все, побеждать и прославлять Тебя на этой земле. Защити нас, Господь. Не позволь, чтобы мы впали в искушение. Защити нас, нашу семью, наших друзей. Мы даем нашу жизнь Тебе. Мир стал опасным, но мы надеемся на Тебя. И верим, что Ты нас защищаешь. Спасибо Тебе за этот день, за дыхание жизни, за здоровье и за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Спасибо Тебе. Открой нам Твою волю, чтобы мы могли во всем угождать Тебе. Мы молимся за Кыргызстан, за нашу страну. Просим, чтобы Ты благословил, мой Бог, нашу страну. Провозглашаем по вере вместе, что в этом году будет прорыв в нашей стране. Да, мой Бог, будет победа. Злей дух покаяния, потому что таким образом люди обращаются к Тебе. И мы увидим Твое благословение в нашей стране. Написано, блажен народ, у которого Господь и есть Бог. Ты наш Бог. Царствуй, мой Бог, над нами. Царствуй, мой Бог, над нашей землей. Мы благословляем нашу страну и провозглашаем, мой Бог, что эта земля благословенная. Это страна в Твоих руках во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мной, Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. И слава Богу. Слава Богу. Дорогие друзья, вы верите в эту молитву? И я верю, что Бог услышал нас и все в Его руках. Вы знаете, что ничто не выходит
из-под его контроля. Все под Божьим контролем. Верите в это. Старайтесь угождать Богу, исполнять Его Слово, и вы увидите, как Он вас благословит. Я хотел передать вам направление. Вот что написано в Библии, в книге Исаия, 55 главе, в 11 стихе. «Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». Дорогие друзья, то, что написано в Библии, исполняется в нашей жизни. Библия – это не обычная книга, это не какая-то книга, которую вы читаете, чтобы знать какую-то историю. Нет, это Слово Божие. То, что исходит из уст Божьих, исполняется. Все исполняется. Нету в Библии ни одного слова, которое не может помогать. Пустое слово, бесплодное слово. Нет. Потому что, когда Бог говорит, Его слова не пустые. Это не для того, чтобы угождать кому-либо. Но все, что Бог говорит в этом всем, есть какое-то намерение. Есть вот причина. Он работает со Словом. И Он почитает, Он ценит свое Слово. Поэтому мы можем уповать, доверяться Слову Божьему. Доверяться тому, что Бог, Он пообещал. Мы можем уповать на Него. Мы можем надеяться на Его обетование. Мы можем уповать на все, доверять все, что Бог говорит. Бог не как человек, который говорит одно и делает другое. И также Бог не обещает то, чего не может делать. То, что Он сказал, обязательно исполнится в нашей жизни. Тогда, если вы читаете Слово, вы, кто участвует в этой молитве с нами каждый день, тогда вы знаете, каждый день мы передаем вам направление о том, что написано в Библии. И, пожалуйста, не позволяйте, чтобы никто не украл это Слово у вас. Но доверяйтесь Господу. Верьте, что Он будет с вами. Он поможет вам. Стоит веры, стоит того служить Богу. И, конечно, никогда не забывайте благодарить. Потому что, когда мы благодарим, даже заранее, это мы делаем по вере, что мы обязательно получим то, что Бог обещал в Своем Слове. Тогда это Слово для вас на сегодняшний день. Стойте в Слове Божьем, потому что оно исполнится в вашей жизни. Кстати, каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. И вы можете в 6 утра присоединяться к нам. Напишите в комментариях, с какого города, откуда вы участвуете в этой молитве с нами. И напишите вот эту фразу в комментарии. Я буду стоять в Слове Божьем. Оно исполнится в моей жизни. И обязательно так и будет. Хорошо? Пусть Бог благословит вас обильно. Хорошего вам дня. С Богом. До свидания. Голос веры все страхи разрушает. Голос веры плохие мысли побеждает. Голос веры словно крепкая скала, даже если шторм придет. Что-то
Господь не подведет.